Так, наша очередная экспедиция, наша организация Ана Элёба прибыла в очень таинственное, загадочное место в поисках, как это сказать, снежного человека. Они еще называются алмасты, бигфут, йети. И местные жители утверждают, что еще 30 лет назад здесь часто встречали огромного роста, около 3 метров, волосатых существ. У них даже есть свое местное название. И значит, ну естественно, мы знаем, что это неспроста появляются такие аномальные сущности, загадочные существа. Значит, по нашей версии, они проходят в нашу реальность, в наш мир через порталы. А чтобы существовал портал, нужны, значит, какие-то физические аномалии, да, геомагнитные патогенные зоны. И, значит, мы здесь видим вот эту гряду скал. Вот они как раз-таки имеют, как менгиры, торчат и производят пьезорезонанс, то есть особое излучение. Вот все горы здесь, видите, вершины, это все это кристаллические скалы, которые друг с другом образуют цепочки, цепи электронных каких-то излучений, связей, да. И значит, как раз из этих скал, здесь на этих скалах появляются и уходят эти сущности. Значит, здесь есть порталы, как бы из параллельного мира сюда приходят эти сущности и уходят. Значит, и самое мистическое, просто невероятно фантастическое, что мы узнали, здесь нашли, это вот та гора, вот видно, это пирамида, вот это пирамида. И оказывается, что, то есть мы находим подтверждение из всей эзотерической литературы, что эта гора, это пирамида, конус вулкана, даже это не вулкан, это что посредине этой пирамиды имеется бездонная дыра. Бездонная. И значит, это вход в подземный мир, в Агарту. Значит, эти сущности, как у, скажем, у Герберта Уиллса Мурлах, эти сущности, они выходят вот из той дыры. И мы сегодня поедем к этой... А, это скала как раз-таки, это пирамида с дыркой внутри, состоит из цельного куска голубого мрамора. Именно голубого мрамора. То есть это просто что-то невероятное. То есть это все физические, значит, здесь законы находят свое подтверждение о существовании действительно каких-то предпосылок для появления вот этих сущностей из параллельных миров. И значит, это есть портал, вход в подземное царство, в Шамбалу, в Агарту.